Прикол в том, что ты мне не понравилась просто как личность, значит. Привет. О, удиви меня, скажи мне, что ты не такая. Сейчас меня удиви. Пингвины, которых надо немножко учить и ставить на место. Ту энергию, которую я просрал на них, они даже этого не заслуживают. Ну, тянет, значит, ты не алкаш. Все, а сколько раз я тебя переключал? Тебе я привел странно? Нормативную лексику на такой уровень, который, ну, мне позволяет просто, как бы, хорошо! Оки-доки. Правильно, я же нравлюсь людям, я же пью. А хочешь прикол? Я могу зайти через месяц. Ну хотя, блядь, окей. Ты думаешь лучше меня? Давайте давай. Я докажу, что у меня мозг более flexible. Yeah, it's flexible, you know? If you want, like, we can switch this into English. Of course. For what? For what? Because I cannot speak English. Попробуй. Давай попробуем. Вот у меня вопрос. Опа. Изначально вообще, ну мы уже давненько с тобой пересекаемся в рулетке, наверное, месяца 4 или 3. Изначально мы с тобой не общались, ты сразу стал просто посылать меня и переключаться. В чем прикол? Прикол в том, что ты мне не понравилась просто как личность, значит. Ну, как я могла тебе не понравиться как личность, если мы еще не поговорили, и ты уже стал меня посылать? Да, но есть такая тема, как физиогномика или хуй знает, как это называется. Ну просто тебе не понравился человек. Ну, это мне показалось какой-то надменной, просто, ну, обычной единой. Нет, если не такая, ну, только хорошо. Ага, ну смотри, хорошо, вот сейчас, например... удиви меня, скажи мне, что ты не такая, просто расскажи мне, как ты живешь, чем ты обитаешь вообще. Конечно же, я же все еще был в той же стези. Ты сейчас меня удиви, скажи, что мы можем нормально пообщаться, я перестану думать, что ты, блядь. Так это и работает у людей, знаешь, обычно. Ты думаешь, она, блядь? Вы пообщались, поговорили. Нет, я был неправ, все, она больше не блядь. Я поняла. Ну, у любого человека, хорошо, смотри. Хорошо, давай поговорим, допустим, на отвлеченные темы. Думаешь, что твой коллега... Давай поговорим на отвлеченные темы. Ну, смотри. Почему ты здесь почти каждый день? Тебе это доставляет удовольствие? Сидеть здесь, общаться с непонятными людьми? Да. И их троллить? Да. Не, это вообще не... Не-не-не, это пытка. Меня сюда сослали в рабство. А ты умеешь троллить людей? А что такое троллить, по твоему мнению? Это просто обзываться, типа? Смотри. Троллишь ты человека, который этого заслуживает, который хочет, который... Так ну смотри, это чат рулетка, это чат, подожди, это чат для общения, правильно? Так. То есть ты общаешься с людьми, и ты общаешься с ними, общаешься, общаешься. А бывает попадают какие-то просто, ну... пингвины, которых надо немножко учить и ставить на место. Я понимаю, что даже ту энергию, которую я просрал на них, они даже этого не заслуживают, потому что даже если я доказал им, что они нищие, они все равно как бы забудут, переключат меня и скажут: «А, переключил его». Это ж ему не сказали на работе. Вот если на работе кто-то вживую сказал, что ты нищий, может быть, есть 15% людей, которые задумаются. Роднулечки, давайте прервемся на 30 секунд. Я скажу вам, что мы всегда соблюдаем правила Ютуба, а правила у Ютуба очень строгие. Именно поэтому мы создали Телеграм-канал, в котором публикуются самые интересные, шокирующие и иногда очень жесткие видеонарезки из чат-рулетки. Прямо сейчас на экране вы видите, как называется наш Телеграм-канал. Используйте поиск или ссылку в описании под этим роликом. Кстати, не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и, конечно же, ставьте лайк, колокольчики. Ну и напишите в комментах, зашибись видосик или такое. Может быть, я ёмничаю. Поняла, я тебя услышала. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. А почему ты так часто выпиваешь алкоголь? У тебя какие-то проблемы в жизни или ты так чисто просто алкоголик по приколу? Я просто люблю пиво. Ну, то есть алкоголик чисто по приколу? Просто сказал, сегодня мне один мужик говорил, что он пьет алкоголь просто... Ага. Мне просто один мужик сегодня рассказывал 20 минут, что он алкоголик, потому что ему очень грустно, и во всем виновата окружающая его обстановка. Не-не-не-не, подожди. Ладно, давай уже, раз уж мы начали говорить, я не буду тебя оскорблять. Я сказал, так, слушай, мадемуазель, я бы сказал так. Я делал себе пиздотяные паузы. Я делал паузы на 2 месяца, на 3 месяца, на 4. Я прям на туре проверял. Не тянет, ну, значит, ты не алкаш. Все, блядь, чё б не пить. Ну смотри, ты пьешь?
И потом ты как 2 месяца не пьешь, тебя не тянет. Ты не алкаш. А когда ты последний раз 2 месяца не пил? Просто вот в течение всего срока, что мы знакомы, это уже близко к половине года. Это 4-5 месяцев, либо 3-4 Ты месяца. очень дохуя меня не видела. И ты постоянно пьяный. И вижу я тебя довольно часто. Раз в неделю Давай, это ты часто минимум. меня накуренным видела, а не пьяным, слышишь? Нет, ты всегда со стаканчиком. Это ты куришь, что ли, через стакан Конечно, да. спирта? Сколько раз я тебя переключал? Не знаю, очень много. Ну, может, раз 30 уже. Ой, малая, слушай, давай не будешь меня сейчас здесь вот в натуре. Я с тобой вроде начал с тобой нормально общаться. Я понимаю, что у тебя какой-то там твой странный стрим. Это Хуй с тобой. очень-очень Я было бы привел странно. нормативную лексику на такой уровень, который, ну, мне позволяет просто как бы... Хорошо! Оки-доки. Тебя сзади висит вот этот суперский флаг. Ну, что ты сейчас меня хочешь? Тебе еще что нужно для каких-то донатов, лайков, еще со мной немножко попиздить. Правильно? Я же нравлюсь людям, я же пизд... Осуждаю. Да? Людей, которые тебе сейчас кидают донаты. Нет, осуждаю то, что пишут в чате про тебя. А что пишут? Я не буду даже это озвучивать. Осуждаю такое. Нам не интересно. А мне не интересно. What the fuck Слушай. пишет in this fucking chat? Что там пишет? Ну, говорят, что ты похож на тюленя очень сильно. Не А, алкаш, да, она просто очень пьяница. пизда, который, знаешь, который типа недавно только вот в толстовку залез и такой типа я все-таки Не тюлень. алкаш, просто настолько запойный, что 20 килограмм за месяц набрал. Да, это точно. Скудоумный мнит себя царем. Но это часто. Скудоумные люди часто мнят себя царями. Как минимум, они пытаются это внушить себе и А вы окружающим. почему-то, я одно не могу понять, почему-то все подумали, что я типа подолсел, да? Просто камера поменялась, телефон другой. Я Ну, всегда примерно был час назад ты таким. сам сказал, что да, ты набрал вес, но если ты захочешь, ты легко его Не так это скинешь. ж, блядь, не начала говорить какую-то хуйню, я начал тебе говорить о другую. Не-не-не-не-не-не. Ты конкретно очень сильно набрал вес, и ты это сам прекрасно понимаешь, и ты сказал, что если ты захочешь скинуть, то ты легко его скинешь, в Ты чем я и сильно думать сомневаюсь. это Ну, разные время вещи. покажет, как карта Ты и ляжет, сам троллить это понимаешь. разные вещи. А Ты хочешь и прикол? не Да, конечно. алкоголик, это разные люди. Ты понимаешь это вообще? Я Осуждаю. даже ради прикола. Мы с один хуй попытаемся как бы постоянно. Типа, я могу зайти через месяц. Ну хотя, блядь. Не, ну просто, короче, даже не так. А, мне просто вообще похуй. Но я могу зайти через месяц, и ты увидишь, как типа вся эта хуйня быстро меняется, вот и все. Хорошо, я буду рада это увидеть. Такая тема. Да Надеюсь. еб***ь! Я прям буду ждать, жить и думать, как же жить? Нахуй я делаю? Ты и думать – это разные вещи. Ты и троллить – это разные вещи. Ты и не алкоголик – это разные люди. Ты понимаешь это вообще? И почему ты стал так много ругаться матом? Ты совсем поплыл уже, да? Я тебе, седьмой нахуй раз задаю вопрос. Ты думаешь лучше меня? Причем здесь я вообще? Так ты сказала, ты думаешь там туда-сюда. Я говорю тебе, а ты типа думаешь лучше меня, да? А давай Причем я тебе докажу, что здесь нет. я? Давай я Давай. тебе докажу, что у меня мозг более flexible, более чем у тебя. Давай. Flexible mask. В Так твоем прямом эфире. Yes! flexible. Flexible, you know, if you want, like, we can switch into English. It's not a А problem for зачем? me. А We can зачем speak flexible? English. Время. Ты даже на Oh, английском. of course. For what? For what? Because I cannot speak English. Because I'm just a fucking piece of cunt who sits and does a fucking review about my life, which is so pathetic and fucking sick, что я тебя You have могу really good выебать. pronunciation. I И know даже English and we can speak мне in English, but my сушить и
Оу, давай, 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 давай. И ухо. Говори. Прости, звук ну, тебе чтоб выключил, одно просто. Ты не можешь не перебивать. I said you have really good pronunciation, and if to be clear, it's really interesting. And you are the first person who speak in English, not bad. It's really true. But my viewers don't know English. Don't know at all, at all. They know only Russian language. They don't know what I'm talking about when you're talking me that I am a piece of something. Just say what? I am a piece of what? But in Russian language, please. Well, but we like American language. Because everything in this world is done by Americans, yes? And you know your language and you think that your teacher was a good teacher. Okay, maybe she gave you... Да я просто, понимаешь, я ржу с того, какое ты днище. Просто я знал это до этого. Я просто хотел сам себе подтвердить в натуре. Я тебе клянусь. У меня как-то, знаешь, даже была такая мысля, что, возможно, я один раз, когда тебя очень жестко загрузил, что я типа, ну, перегнул палку, ты все-таки там девушка, как бы, вся эта хуйня. Ну, не, ну, все, иди ты нахуй, просто днище ебаная. Yes, это будет просто суперская видеонарезка. Ребята, если вы это смотрели, пожалуйста, пишите как можно больше комментариев. 10 коротких комментов лучше, чем один длинный. Звучит очень двусмысленно. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. В описании вы найдете все полезные ссылки. Группа ВКонтакте, наш интернет-магазин с брендовыми вещами, типа Victoria's Secret, Hollister и так далее. Доставка по всей России. Конечно же, резервный канал. У нас их два. Резерв 1, резерв 2. На одном 20 тысяч подписчиков на момент этой записи, на другом 12. И, конечно же, тревел-канал, где мы публикуем видео ежедневно, короткие, с нашего путешествия по Таиланду, иногда даже по Тольятти. В Тольятти тоже много интересного. Поэтому обязательно, если вы посмотрели это, напишите хотя бы 5 комментариев, расскажите свое мнение, придумайте забавную кличку для этого персонажа. Ну и, конечно же, подписывайтесь на все наши ресурсы, потому что дальше будет только смешнее и больше. И да, это видео было заснято во время прямого эфира. Сейчас этот прямой эфир смотрит 800 человек. Вы можете посмотреть наш следующий эфир, если прожмете колокольчик возле кнопки подписаться на наш канал. Каждый вечер я веду прямые эфиры приблизительно с 6 часов вечера по московскому времени до 3 часов ночи по московскому времени. Поэтому, роднульки, напишите в комментах, зашибись или не очень. Все, я потом это обязательно выложу.